Серега, привет. Извини, что промурыжил тебя с этой. Ну просто сейчас реально за пару чуть-чуть. Смотри, ты просил просто сыграть. Я сыграю, чуть-чуть поясню, просто хотя бы минимум. Если не надо, то просто, ну, смотри, вот игра. Я чуть-чуть лажанул, поздно перескочил на аккорд Г. Ну там, ну давай еще раз нормально. Я просто когда в компьютер смотрю, то это путаюсь в пальцах начинаю. Левая, смотри, какой бой. Бас, аккорд, два аккорда, бас, аккорд, два аккорда. Ну так у меня пальцы играют. То есть это, ну, как бы я так играл, я не знаю там, как Анастасия Заволокина играет. Поскольку это я мелодию тебе просто сыграю, а на нее можешь или сам навесить, или потом на аккордах сыграю. То есть смотри, самое естественное, элементарное. Ну и просто на аккордах, как в уроках. А вот мелодия тебе, на которую ты можешь сам навешивать. Смотри, вот она, правая рука. То есть я просто аккорды. Это двойками. Thank you.
время упала на гору. Одной мелодии попробуем. Ну там что? Я слов больше не помню, поэтому вторую. Ветка рябины не тонет, плывет. Миленький душу в ленточки рвет. Миленький душу в ленточки рвет. Ветка рябины. Буду рад, если помог. Ну, будут вопросы, уже задавай, давай. Счастливо.